Ежегодная рождественская архиерейская елка уже стала для Мозыря событием традиционным. В дни январских каникул на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков в едином праздничном порыве объединяются церковные песнопения и творческие номера талантливых детей. Идейный вдохновитель благотворительного концерта – Туровская епархия. Провести вечер в приятной компании родственников и друзей приглашают сотни семей. А само мероприятие призвано в очередной раз напомнить всем и каждому о глубоком смысле Рождества Христова. Рождество Христово – это поистине великое чудо. Сам Бог, Творец, нисходит к своему творению – грешному, нарушившему его заповеди и установления, ибо человек первоначально был определен для вечного блаженства и жизни в раю, в радости. В программе концерта поздравления от гостей и ведущих, и, конечно, подарки. Каждый номер стал отдельной праздничной сказкой. Те песни, которые знали и подпевали зрители, превращались в новые творческие истории. Это ли не настоящее рождественское чудо? Екатерина Юрченко, Лидия Портер, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».